намедни событие было вселенского масштаба. Михаил Сергеевич Горбачев, известная фигура, 90 лет праздновал. Целый век, можно сказать, эпоха. Михаил Сергеевич Горбачев развернул планету Земля, снял колючую проволоку границ, заменил ракеты улыбкой. Вместо автомата – рукопожатие. Вместо Берлинской стены – единство, подлинный мир и дружба народов. В истории России явление ярчайшее. Он выключил маразм коммунизма, открыл окна и двери ГУЛАГа, вывел советские войска из Европы, остановил войну в Афганистане, выпустил на свободу узников совести, коих было несметное множество, объявил религиозную свободу, открыл дорогу к частной собственности. Он объявил верховенство общечеловеческих ценностей перед идеологией. Такого слова даже не существовало в Советском Союзе. Он разрешил свободу. Свобода оказалась нам не по плечу. Как говорил Некрасов, люди холопского звания – сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем им милей, господа. Пришли чекисты, свет выключили, тьма, ужас, болтовня, новичок, иностранные агенты. Свобода есть преступление, дружба – это предательство, мир – это война. Общечеловеческие ценности не подошли подлинной охранке. Помолимся.